Уникально по своим масштабам в галерее-мастерской имени Геннадия Райшева открылась выставка, посвященная графике художника. С этого направления началось творчество живописца. В своих работах Геннадий Райшев соединяет дикую природу и цивилизацию. Развернутое по горизонтали и вертикали пространство изображения является важным принципом построения художника. Эксперименты с цветной линогравюрой открыли возможности дополнения графики живописью. Также на выставке представлена книжная иллюстрация «Калевала». Проходят интерактивные мероприятия и мастер-классы. В первую очередь передо мной путешествие к священному острову. Вот здесь на стене. Это большое пространство, расчерченное по законам музыкального построения. Здесь можно буквально услышать музыку Баха. При том, что изображен остров в виде лодки и прохождение через воду к небу,